Принцип вины. Вы же в прошлом были судьей. Было дело. А значит, вам, как никому другому, необходимо соблюдать принцип справедливости. У каждого из них своя история. Именно в день оглашения моего приговора убили вашу семью. Это же сегодня годовщина. И свои отношения с законом. Терпите, девушка. Я не девушка, я адвокат. Но все они верят в справедливость. Бог, я вам предлагаю заняться тем, что вы знаете и умеете лучше всего остального. И готовы за нее бороться. Ни свидетелей, ни алиби. В общем... Еще скажите, что маньяк. Закон не всегда справедлив, а справедливость не всегда законна. Агентство «Справедливость». Премьера с понедельника в 20:00 на НТВ.